Наряду с суперфлагманами Xiaomi также представили модель Mi 11i, также известная как Redmi K40 Pro Plus. Это еще один смартфон на базе Snapdragon 888 с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Камера тоже неплохая, с датчиком HM2 на 108 Мп от того же Samsung. Он физически меньше, чем GN2, но с баннингом 9 в 1 он может создавать пиксели размером 2,1 микрометра, и он изначально поддерживает цифровой зум без потерь до 3-кратного увеличения. Это важно, потому что Mi 11i нет специальной камеры с зумом. У него есть сверхширокая 8-мегапиксельная камера и 5-мегапиксельная макрообъектив. Батарея емкостью 4520 мАч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт и может быть полностью заряжен за 52 минуты. Экран защищен старым стеклом Gorilla Glass 5, а сам телефон защищен от брызг по стандарту IP53. Mi 11i будет поставляться с двумя вариантами памяти 8 плюс 128 и 8 плюс 256 ГБ. Цветовая палитра предлагает три варианта: серебряный, белый и черный.